Вот это и есть наша волшебная палочка. Есть! Очень эффектно. В котором после себя самым главным оставил на тот момент своего старшего сына Василия III. Но у него вообще-то семья достаточно обширная, младшим сыновьям тоже нужно было что-то оставить в качестве как бы земельных владений скорее, чем государственных образований, чтобы они с этого могли кормиться, содержать свои дворы, раздавать эту землю своим служивым людям, чтобы они все вместе потом служили Василию III. Самому младшему. Скрепы скрепить, тавтология, ну да ладно. И его отсюда забрали и увезли в Успенский собор Московского Кремля, где он нынче и захоронен. Дело все в том, что, ну, вообще-то он первый русский патриарх, и иерархам его ранга положено покоиться там. А здесь осталась только оригинальная могильная плита начала 17 века, под которой он был похоронен. А еще через 40 лет после того, как его отсюда уже забрали, на этом месте построили вот эту вот колокольню. И первый ярус ее стали почитать как особое место, место, на котором был похоронен первый русский патриарх. Так оно и почиталось, и вплоть до начала 20 века, в начале 20 века, в смысле после революции, монастырь закрыли, соответственно, и почитание этого места, оно как бы отпало. Насколько я понимаю, вы не слышали, это Знаменское район.
летел, не зная, где ему упасть. Первый снег в начале марта, ты сама тогда достала карты, ты сама тогда открыла эту масть. Самый первый снег, самый первый. С ней случился легкий приступ, если что, подряд уже лет 300. Она ловит ртом тот самый первый снег, самый первый снег, самый первый снег, самый первый. Первый снег был самым красным, самый первый снег был самым красным. Я не знал, где кровь, а где вишневый сок. Волхвы несут дары всем сразу, и качается фонарь под глазом, и летит, летит нацеленный весок. Самый первый снег. Наш 790.